На стоянке, где машины в ряд стоят винтом к винту, и стеклянные кабины с грустью смотрят в высоту. Есть особая вертушка, ее видно за версту, с яркой надписью «Братишка» на простреленном борту. От Бамута до Цхинвали, от войны и до войны, так его любя прозвали с уважением пацаны. Сложным было положение, долго длился бой, и вот оказался в окружении под огнем десантный взвод. Пригорюнились парнишки, нечисть, сука, прет и прет. Вдруг глядят, летит братишка, их любимый вертолет. Сбросил вниз вооружение, все, что надо для войны, и прорубил.